Привет, вы смотрите видео-версию сайта Tarantass News. Сейчас расскажу вам о шпионских фото нового Kia Rio. Компания Kia готовит к премьере обновленный Rio четвертого поколения. Накануне будущую новинку поймали во время зимних тестов в снежной Швеции. Свежие шпионские фотографии рестайлингового хэтчбека опубликовал портал motor1.com. Напомним, актуальное поколение Rio дебютировало в октябре 2016 года на парижском автосалоне. Как и в прошлый раз, когда автомобиль попался на испытаниях в Рио-де-Жанейро, кузов тестового Rio по-прежнему закрыт темной маскировочной пленкой, скрывающей от посторонних глаз все объекты будущего рестайлинга. Впрочем, серьезных изменений в этом рестайлинге все равно не ожидается. Модель получит переработанную решетку радиатора и пересмотренный дизайн головной оптики и задних фонарей, которые по умолчанию станут светодиодными. Интерьер новинки пока засекречен, но каких-то радикальных перемен там ждать также не стоит. Зарубежные коллеги прочат ему цифровую приборку, в топовой комплектации она заменит аналоговую, и современный мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем. В техническом плане, как пишет портал speedme.ru, также не ожидается каких-либо новшеств. Тем не менее, некоторые моторы, вероятно, будут доработаны, чтобы обеспечить немного больше мощности и соответствовать новым европейским нормам выбросов. У меня на данный момент все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantass.news. Пока!